Привет снова всем зрителям данного видео. Я продолжаю прохождение очень красивой, жуткой, мрачной, но тем не менее интересной игры «Исчезновение Итана Картера», в которой мы ищем пацанчика, но чем дальше мы углубляемся в его поиски, тем больше понимаем, что тут все очень-очень плохо. Так, я от игры отдыхал денечек, так как у меня были дела. Вот, поэтому я уже, да, мы помним, что, да, я помню, что тут есть. Тут игра сделана на автосохранениях, поэтому мне придется заново проделать то, что я сделал в конце предыдущей серии. Но мы сделали не так уж и много, поэтому сейчас мы все быстренько повторим, и все у нас будет хорошо. Такс. Тут у нас, да, кирка. Нам надо найти кирку. И кирка у нас, да. Кирка у нас в темноте, мы знаем где. Мы позже до нее дойдем, а сейчас давайте поднимем лифт, и там у нас находится труп. Я это в конце прошлой серии заметил. Да, утопили. Осмотреть. Замок сломан снаружи. Жертва утонула посмертно до смерти. Коснуться. Ну и опять мы ничего не можем толком рассмотреть, так как не хватает пока улик. Так, интересно, мы можем еще наверх поднять лифт. А зачем нам это надо? Кто его знает? Возможно, это просто так сделано. Ну да ладно, нам главное найти кирку. Кирка у нас где, мы знаем. Это мы знаем. Кирка у нас где-то там в темнотке находится. Так, блин. Ну уже давай, где-то тут. Я же в прошлой серии так удачно нашел. Ладно, не будем в темноте шастать. Давайте активируем вот эту машину и постараемся с помощью ее сделать то, что нужно. Надо хорошенечко разогнаться. Так, и поехали. Нет, походу нам нужно капитально разогнаться. Ладно, раз вы меня вынуждаете, я это сделаю. Фу. И вот теперь газу, братюнь, давай. Есть. Пробили себе путь. Что, мы поедем прямо или свернем снова в бок? Нет, мы едем прямо. Так, а вот и наша кирка. Стоп. Выйти. Так, заберем кирку. Что? Не понял. Мы ж могли только что. Было ж написано осмотреть. Более в прошлом выпуске мы уж смогли ее достать. Что за. Так, что у нас? Что-то лагануло, что. Как-то это странно.
Допустим. Хорошо, давайте пойдем вернем Кирку на место. Чтоб она меня уже не беспокоила. Да, и все-таки в том туннеле я не побывал, который был внизу. Вот, мы пошли наверх, там все обследовали, уже вышли где-то в другом месте. Хотя я, может, ошибаюсь. И нам туда не надо было идти, а может и надо. Ну, короче, как я вам уже говорил, в принципе, вы мне уже могли до этого написать в комментариях. Так, я сейчас в комментарии не залазил. Не смотрел их, но, говорится, напишите мне в комментах тот путь, который был несколько серий назад вниз, он куда-то там ведет или нет. Ну а я еду дальше ломать себе мозг над тем, что же тут произошло. Так, стоп. Да, стоп. Посмотрим, что у нас тут. Какие-то улики или что-то того вроде есть. Так, мигающие лампы. Ненавижу мигающие лампы. Так как они любят разбиваться в самый неподходящий момент. Или перегорать, или что-то еще. С ними происходит невнятное. Так, а я все ниже и ниже спускаюсь. Меня это начинает немного пугать. А то мне тоже напоминает SCP про лестницу. Так что... Так, прочитать. If this warning stand, walk to fuck. Если вы видите это предупреждение, не ходите дальше. Если вы видите это предупреждение, наш ритуал не удался. Если вы видите это предупреждение, ворота к неведомому из глубин остаются закрытыми. Так, я понял, что я рановато сюда пошел. Нам нужно сначала расследовать, как умер тот чел. Я думаю, нам пока рано спускаться. Нужно на той штуковине поехать дальше. Может быть, там что-то будет. Еще нужная нам вещь для того, чтобы понять, что случилось с тем мужичком. Если то мужичок, а то я так особо не всматривался. Ладно. Это все не важно. Давайте двигаться. Какие-то еще улики есть. Так, стопэ. Мне показалось, или то у нас очередной проход, в котором что находится, неизвестно. Опять нам надо выйти. Да что ж такое? Тут у нас тупик, да? Дальше мы никуда не продвигаемся, но и осмотреть или взять тут мы ничего не можем. Я думаю, может проще пешком пробежаться, а? Да нет, там же в темноте ничего не увижу. Ладно. Раз мы эту штуку включили, то давайте на ней ехать. Опять очередной проход. И все.
Дальше мы не едем. Вот, в принципе, и хэппи-энд, да. Так, и чё мы дальше не едем? Чё, не хочет? Тут у нас завал. Но ничего нет. И спрашивается, зачем мы сюда ехали. В принципе, можно и сюда пойти. Но мне как-то уже не хочется. Ладно. Допустим. Побежали обратно. К тому трупу. Посмотрим, сможем ли мы посмотреть, что с ним произошло. Или надо будет еще что-то собрать, дабы это узнать. Фух, добежали кое-как. Все-таки нам нужно было всего лишь шкирку одну взять. Ладно. И что же мне покажут? Итак. Шкирка. Первое. Второе. Так, сюда пришли двое. Тут у нас он один стоит. И тут он опускает. Понятно. Он прибил сюда бабу. Короче, привел сюда бабу и прибил ее. Хорошо, метка. Это первое. Потом он берет это. Так. Так, потом, наверное, это третье. Четвертое и вот это пятое. Но я не думаю, что я все правильно сделал, где-то тут ошибся. Но давайте посмотрим именно где. Это, походу, слишком рано. Хорошо, ну, первый пункт, разумеется, правильный. Они пришли. Так, второй пункт. Наверное, все-таки вот это. Они зашли сюда. Или нет? Ладно, смотрим. Это первая сцена. Вторая. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Так, и Кирка уже, значит, первый пункт правильный, второй правильный. Дальше что произошло? Наверное, вот это третье, может быть. Четвертое и пятое. Хорошо, смотрим. Honey, he's just a kid. He didn't disturb any. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Dale! Dale, what is this? I'm...
fixing something. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Что у нас дальше? Where's mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go now. Так, ну вот очередной. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Ну это уже и так понятно, что просто так такие события происходить не будут, и люди поступать так тоже не будут. Ну хорошо. Вот такие вот у нас дела тут произошли. И это довольно-таки было странно и непонятно. Так, хорошо, значит, наш Итан пошел дальше через типа кипящую воду. Значит, мы узнали, что по ней можно спокойно идти. Это всего лишь химия. Будем надеяться, что нам об этом не соврали. Так, стоп. Итан пошел через кипящую воду. А, кипящая вода находится аж там. Хорошо, а что же тогда находится тут? Что за ритуал? Мне любопытно. Такс. Неужели сейчас будем еще расследовать трупы, всякие свечи? Они до сих пор горят. Это как-то странно, что они до сих пор горят. Да. Допустим. Время их не потушило, и они сами не перегорели. Значит, они что, тут недавно были только зажжены? Так. Вы что, издеваетесь? Это всего лишь видение было, что ли? Блин, я уже думал, все, сейчас начнется амнезия. И мы познаем, что такое боль. Так, я пришел оттуда, да? Блин, тут так темно, что я уже не пойму, откуда я пришел. Вот, да. Да, оттуда, значит, мы вот и шли вот так вот. А, тут у нас, как всегда, тупик, ничего интересного нет. Блин, зачем я сюда иду? Мне ж нужно через кипящую воду, типа, пройти. А, тут я ничего не наблюдаю. Да.
Окей, нас спалили. Так, нам сказали сюда не ходить, но я же хочу узнать, что тут произошло. Как я понял, нам главное не попадаться. Да, разработчики говорили, что тут такого не будет. Или они просто не досказали всю правду. Было сказано, что мы будем просто мир исследовать, но никаких опасностей нас ожидать не должно. Приврали немножко, значит. Мне интересно, если я успешно пройду, что мне за это будет? Такой сюрприз. Такс. Что, зажигаться больше ничего не будет? Надеюсь, он не сюда пойдет. Так, вроде бы исчез. И какой же ритуал у них не удался? Все в свечах, ё-моё. Все. Осмотреть. Я уже думал, меня опять спалили. Так, ну, куда ты меня ведешь? Так, братюнь, пожалуйста, исчезни. Блин, ну как же мне пройти-то через него? Так, как так? Да вы издеваетесь, ребятки. Я ж не отстану от этого места, пока его не исследую. И только потом пойду за пацаном. Я хочу тут все осмотреть. Я хочу изучить игру, ну, насколько это возможно. И насколько мне хватит терпения это все сделать. Блин, я ж не понимаю, он же исчез. Как он меня запалил? Так, вот он идет. И исчез. Хорошо. И шел, и исчез. Дальше. Дальше я иду сюда. Так, и куда я отсюда пошел? Вроде бы налево. А, да, вот. Осмотреть. Так, дух нам показывает идти куда-то туда. Не ускоряйся ты так. Обалдеть. Все. Давайте просто сядем и все. Неужели исчез? Такой идет. Дайте-ка, извиняюсь, сяду поудобнее. Нога затекла. Так, хорошо, мы двигаемся дальше, и теперь фиг поймешь, где находится тот лучик света,
который нас куда-то вел. Теперь пойми куда. Либо он прямо полетел, либо сюда. Хорошо, давайте глянем, что у нас находится тут. Мы куда-то двигаемся, но я думаю, мне сюда типа рано двигаться, да? Или я просто тут брожу вокруг? Так, еще один трупак. Или это все тот же? И он нам снова укажет на то же самое место, да? Или куда ты хочешь, чтобы мы пошли на этот раз? Наверх. Нам указывают идти наверх. Почитать. И что у нас тут? Опалено. То не мертво, что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порой умирает. Он гнил, когда был молод Вавилон. Бог знает, сколько эр он продремал. В земле, где наших заступов металл, и сплит его гранитных высек звон. Ну, допустим. И все нам указывают идти наверх. Ладно. Здравствуйте. Что? Ага, комбинация. А, типа нам нужно духов найти и выстроить комбинацию, чтобы нам открылась дорога. Ну, просто зашибись. Так, звезда, треугольник, квадрат, вообще это ромб. Это треугольник. И пойми теперь, как правильно надо все сделать. Так, а, я понял. Так, здесь у нас типа квадрат. Типа квадрат у нас вот тот. А квадрат, треугольник. Треугольник. Треугольник это вот это. Какой знак у него? Типа какой-то. Не то. Не то. Не то. Не то. Не то. Вот это да. Если вы сейчас слышите стук, это у меня опять соседи активизировались, уж извините. Так, будете. А я с вами побеседовать могу? Или я еще не все комбинации собрал. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. 4, то есть надо еще двух духов найти, только потом собирать комбинацию, да? Вот в чем тут прикол оказывается. Не все так просто, как оказалось на первый взгляд. Нам нужно искать души. Вернее, тела, из которых мы потом вытянем души. И позволим им нам помочь. Завершить ритуал. Или что-то еще. Главное, чтобы нас при этом не спалили. Ведь заново их всех искать будет не круто. Фу,
мы тут бродим просто огромное количество времени. Наверное. Я не знаю, чья всех тут их нашел. Но вроде бы, судя по знакам, 6 должно быть. Значит, еще двоих надо искать. Но в таком лабиринте попробуй что-то найти. И я, походу, хожу кругами. Это мне совсем не нравится. Так, ладно, ждем, пока он исчезнет. Все, никто не больше не появится. Он исчез, а то я бы не услышал звука исчезания. Ладно, будем думать, что он исчез. Так, ну где же сам трупак? Так, и мы снова пришли сюда. Ладно, назад. Так, оттуда... Фак! Блин, ну... Ай, ё-моё! Ну что же нам так не повезло-то? Ладно, знаете что, давайте на этом я завершу данную серию, и когда я найду эти души, посмотрим, что же скрывается за той запечатанной дверью. Надеюсь, что полезное. И дальше мы пройдем через ту типа кипящую воду дальше в поисках Итана. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.